Две недели пролетели с последней репетиции. Да, мы все почти успели сделать инвестиции. В главный женский день весны преображаются в честь праздника. Мужчины, дети, старики играют роль причастника к ведущей роли на планете прекрасных звездочек души. Подружки, сестры, матери и дети, все женщины весной хороши. Если кто-то зажимает праздник, не хочет славить женский пол, то он не прав, и он проказник, и может больше родственника слов. Не зря и Плецковский, и Туликов тоже прекрасную песню сложили давно. Напомню куплет я забывчивым все же, быть может, в душе им не все так равно. Любимые женщины приходят к нам веснами, они неожиданны, как дождь или снег. Любимые женщины приходят к нам звездами, когда открываем мы одно среди всех. Пусть не только в праздник дарятся подарки, все твои проблемы пусть сильный пол решает. И на руках пусть носит в день 8 марта. Мне так приятно от души сказать. Желаю, чтоб глаза твои сияли, будто бриллианты, вслед тебе мужчины, чтоб всегда смотрели, чтобы восхищали всех твои таланты, в твою честь сегодня, чтобы птицы пели. Сегодня что?